На Апшеронском полуострове установили 7 новых сейсмостанций. Планируется, что еще 5 появятся здесь в ближайшее время. Зачем они нужны, расскажет Хаяла Исибзаде. Новая сейсмостанция почти готова. Она будет следить за активностью грязевых вулканов на Апшероне. Их на полуострове 500. На самом верху устанавливается GPS-антенна. Она принимает сигнал и передает сейсмостанции. Заряжаются аккумуляторы с помощью солнечных панелей. Внутри агрегата размещен нанометрический сейсмометр. Он фиксирует любые происходящие изменения. Строить дома вблизи вулканов не рекомендуется, но на Апшероне 250 тысяч жителей. Через веранду моего дома видны несколько грязевых вулканов. Утром, когда я просыпаюсь, первым делом смотрю на них, спокойны ли они. Боязно, но мы уже как-то привыкли жить с этой панорамой. По словам сейсмологов, грязевые вулканы просыпаются после очередных подземных толчков, а в последнее время они на территории Азербайджана участились. За последние 15-20 лет более 30 грязевых извержений грязевых вулканов было зафиксировано. Каждый год около 3-4 извержений мы наблюдаем. В прошлом году, 4 июля, наблюдалось сильное извержение грязевого вулкана Дашлы. Вулкан Дашлы находится в Каспийском море. Мощный взрыв произошел из-за скопления газа. Извергался Дашлы всего 8 минут, но пожар ликвидировали 2 дня. Дашлы проснулся впервые за 76 лет. Аналогичная ситуация может произойти с любым из многочисленных вулканов на Апшероне. Впервые для их изучения в азербайджанской акватории Каспия установили 3 глубоководные сейсмические и GPS-станции. Хаяла Юсипзаде, Сахават Абдулаев, Мурат Гусейнов, Мир 24.